Однажды ощутив тепло, доверие друг... Добрый вечер и добро пожаловать на наши праздники. К сожалению, я не могу быть с вами сегодня вечером. Моя жена должна ехать в больницу, и я должен быть с ней в Англии. Хотя я не могу быть с вами во время этого празднования. Я буду думать о вас и о том, чего мы достигли. Владимир познакомит вас с презентацией «Я люблю Эйвон». По-английски «I love Эйвон». Это очень интересная идея для роста бизнеса в Восточной Европе. Традиционно в Новый год мы рассматриваем наши достижения ушедшего года. В прошлом году мы были вынуждены принять несколько трудных решений. Но когда мы закончили 2012 год, у нас были лучше, чем когда-либо финансовые результаты, а также лучше, чем когда-либо сервис от завода. Новый год – также время надежды, и для нашего завода будущее будет светлым, если мы продолжим улучшать наше качество и сервис, и снижать затраты. И последнее. Большое спасибо вам за все, чего мы достигли в прошлом году. И я желаю вам и вашим семьям счастливого Нового года. Спасибо большое. В ответе за тех, кто рядом, за Бог.